Команда 3D-формат в особі Дениса Маслія і Миколи Попкова спробувала свої сили в телевізійному проєкті «Ліга сміха». Були, де були? Були в Одесі, бачили багато. Ну, в общем-то, вирішили з'їздити на «Лігу сміха» і спробувати себе, тому так от і вийшло, собственно говоря. У вас материал достаточно всегда на местную тему. Вы туда как-то отдельно готовились или поехали с местным материалом? Не, ну с местным материалом там, конечно, тяжеловато было выступать. Конечно, готовились, ну как, времени было мало, когда решили, что будем ехать. Поэтому, скажем так, готовились в экстремальных условиях. И, естественно, материал был ну такой, чтобы было всем понятно, о чем мы шутим. В Славутичи смогут увидеть какие-то элементы ваших выступлений? Я не знаю. Дело в том, что все туры, естественно, конечно, писались на камеру. И когда выйдет в эфир уже непосредственно сама съемка, то, наверное, какие-то, может быть, куски попадут, может нет. Естественно, никто не обещает. Ну, а на Славутической сцене во время КВНа покажете? Во время КВНа? Ну, посмотрим. Ну, все-таки же идея-то наша на Славутической сцене показывать все-таки местный материал. Ну, может быть, какие-то кусочки покажут. А, может быть, кого-то из старых знакомых видел? Из старых знакомых? Там, конечно, видел старых знакомых, там было достаточно. Хотел бы сказать, что ребята наши, друзья из команды «Семья» попали в телевизионную версию, в гала-концерт, поэтому будут выступать. Также не обошлось без ветеранов космических войск. Они также в гала-концерте, который будет телевизионно транслироваться. Ребят можно поздравить. Также известная для славучан была команда «Харли Квин». Ребята тоже, ну, к сожалению, не прошли в телевизионную версию, но выступили достаточно неплохо. Есть еще Славутичу известная команда «Лунь» из города Ирпень. Она также там принимала участие. И во втором туре они, к сожалению, проект покинули. Наше участие закончилось на первом этапе отбора. Все-таки как бы для дебютантов достаточно тяжело выступать в том плане, что многого неизвестно. Неизвестна сцена, неизвестно, как что делать, где селиться. То есть такие организационные моменты. Поэтому для дебютантов из 300 зарегистрировавшихся команд просто выступить, это уже, ну, как бы, я считаю, ну, мы такую, в принципе, цель и ставили, просто хотя бы попробовать. А на будущее планируете еще раз попробовать? Более подготовлено уже быть? Ну, я думаю, что да. Если ничего не изменится, то, в принципе, конечно, стоит пробовать. И всем советую, кто как-то с юмором связан, приезжайте, это достаточно интересно. Бажаємо хлопцям не зупинятися і продовжувати свій шлях у гумористичній сфері.